Генеральный подрядчик обрушившегося моста – крупнейшая строительная компания республики «Базис». По неподтвержденным пока данным, за опоры отвечал субподрядчик. Но после того, как алматинцы стали свидетелями этого ЧП, многие задались вопросом, безопасны ли другие развязки. Стоит отметить, что в портфолио компании «Базис» десятки громких проектов. В том числе именно этой компании доверили строительство в столице выставочного комплекса «Экспо-2017». Во впечатляющем списке законченных объектов у «Базиса» числится еще по меньшей мере три развязки в Алматы. Еще аэропорт, сухой порт «Харгос» и десятки других строений. Немалую часть в них занимают жилые дома. Как гласит рекламный текст компании «Базис», если все построенные ими здания собрать вместе, получится город.